Чтоб их не по одному-два выпускали, а чтоб выпускали немножко их. 20 человек уже вышло. Поговорили с технологами и ушли обратно. Людей, кого не встречают родственники, и родственники не знают, где они находятся, ведется список, кто вышел, и это будет постоянно публиковаться. Запишите ваши имена, напишите, кто здесь будет. Слух, да? Да, слух, нет, слух и... Что, Леха, как впечатление? Пока живой, но это не точно. Как вам там относились здесь? Здесь окажется. У вас выпуск. Извините. Абона! Кажется, пара слов. Ну, они уже посидели. Уже повидали мир? Влад, я тебе скажу тому. Минске. Там просто Минске приезжали, они все синие, блядь. У них нету живого места, некоторые полностью. Некоторые жопа, голова разбита. Пару слов на камеру! Я хочу сказать спасибо, знаете кому, ребята? Да, кстати, волонтерам я тоже. Да, есть люди, что... которых мы не знаем и передавали передачи. Спасибо, хочу мы сказать помним. Спасибо. Обучение Марине Сергеевне за передачу. Дважды, я тоже получил. Кому ее обратно отдать, чтобы сказать, ну, другим передают. Как условия содержания здесь и с Луцком ИВС? С Луцком ИВС более-менее нас пытались отвезти в Жодино 2 дня тому назад. Там просто нету мест. Здесь почти санаторий был. Как бы, то есть, здесь мы задержали девушку с ребенком, я кинул петарду, только на себя внимание задержал. А, это ты герой, который кинул петарду? Да. Обязательно в церковь подайся. Покайся. Пару слов. Как ощущения? За что задержали? Невесело. Цветы подарил девушкам. Надо ехать пилять рецепт. Скажешь пару слов на камеру? Задержаны? Да. За что, где? Отпущены. 9 числа ночью. Минск? Минск. Как на кресте набили? Нет, при задержании. В смысле? Ну, когда задерживали тогда. Поколотили тебя тогда? Да, на ИВС на цепи не били уже. Я понял, как здесь условия? Тут условия нормальные. То есть тут хорошо. Не бьют, все нормально. Спасибо. Я тебе один тебе же сказали.